Проведение Дня православной молодежи для христорождественского прихода уже успело стать доброй традицией. Здесь он проходит в третий раз. Ежегодно в стенах храма собираются инициативные и активные молодые люди. Здесь они имеют возможность не только просветиться духовно, но и найти себе новых друзей, познакомиться с православной литературой и, конечно же, просто провести время в приятной компании единомышленников. Укрепляют веру, потому что веру они уже приобрели. Ну и приобретают, я думаю, те христианские добродетели, которые руководствуют всей жизнью молодого христианина. Это веру, надежду, любовь, которая потом будет помогать в дальнейшем в жизни и в общении с окружающими. День православной молодежи в этом году объединил на одной площадке более 80 представителей воскресных школ и молодежных братств. Многие участники здесь не первый раз. Однако это нисколько не делает царящую здесь атмосферу однообразной. Каждый год организаторы стараются рассмотреть новые вопросы, которые позволяют молодым людям лучше ориентироваться во взрослой жизни и формировать свои принципы. Берется тема конкретная, и на эту тему мы проводим беседу, общаемся, разговариваем. Ну, тема нынешнего слета называется «Моя вера». То есть тема веры, она актуальна во все времена, тем более сейчас, когда современный мир все больше и больше вопросов ставит верующему человеку. Как на них ответить перед вызовами современности? Наполняюсь духовно. Также встречаю всех друзей, которые приезжают, ну, с разных городов. Мы видимся редко, только по каким-то таким слетам и однодневным и многодневным. Все мероприятия в рамках слета проходят в форме бесед. Здесь нет строгих ограничений и рамок. Главное, чтобы каждый из тех, кто посвятил этот рабочий день поиску ответов на вечные вопросы, смог обрести свою карту ориентиров и жить в согласии со своими принципами и душой.